ситуацию в России вообще и в Москве в частности, сейчас можно считать тлеющей революционной, которая загоняется в подполье. То есть, предположим, заставят всех молчать, но от того, что заставят всех молчать, они не будут думать иначе. Это означает, что чуть какой-то политический ухаб, и оно все грохнет. Но политические ухабы зависят не от нас. Мы сейчас немного о другом. Понимаете ли, какая история? Много споров. Вот последние 5 лет русские и украинцы – это один народ или это два народа? Один говорят один, а другие говорят два. Поставим вопрос чуть иначе. Митингующие и ОМОН, полиция, Росгвардия – это один народ или это два народа? И ответ будет, разумеется, что народ-то вроде бы один, да один-то он один, а вот две социальные группы, они разные. И то есть власть успешно применяет извечный принцип «разделяй и властвуй». Берется народ, разделяется на митингующих и ОМОНовцев, одни лупят других, другие негодуют по поводу первых, и все прекрасно, а в это время Васька слушает доезд.